Программу «Гаражная амнистия» продлили до конца 2018 года. Такое решение приняли на прошедшем заседании правительства. Проект стартовал еще в 2016 году. Благодаря ему область стала инноватором в сфере оформления земельных правоотношений владельцев гаражей и муниципалитетов. Жители, которые не успели оформить свои гаражи в гаражно-строительных кооперативах, получают возможность еще, так скажем, время определенное, которое могло бы им позволить оформить соответствующий документ, который они не успели оформить. Кроме этого, Кабинет министров одобрил законопроект о правовом регулировании вопросов, возникающих в сфере пассажирских перевозок. Изменения касаются контроля качества перевозок на нерегулируемых маршрутах. В первую очередь будет относиться к качеству подвижного состава. Все эти требования будут изложены в по соответствующему порядку, который будет утвержден постановлением правительства по итогам рассмотрения закона депутатами. Безусловно, большое внимание будет уделено и периодичности движения, соблюдению графика движения маршрутов. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года подготовило Министерство финансов. Так, в региональную казну поступило почти 74% от годового плана, а расходы реализованы на 75%. Поступления по налоговым и неналоговым доходным источникам за 9 месяцев составили 28 миллиардов 955,1 миллиона рублей, или 78,8%. Процента от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 1,229 млн рублей. В отчете впервые был представлен анализ исполнения государственных программ. Как оказалось, все они исполняются в соответствии с планом. В этом году мы все равно продолжаем расти. 1,6 млрд дополнительных доходов в общей сложности и по налоговым и неналоговым 1,230 млн. Это серьезные суммы, которые позволили нам решить очень много проблем. Также был рассмотрен целый ряд вопросов, связанных с выполнением указов президента. Среди них поддержка волонтерского движения, гражданских инициатив, направленных на решение экологических проблем, капремонт общего имущества и качество оказанных госуслуг. Основная часть вопросов была одобрена. Отчеты об их выполнении будут направлены в администрацию президента. Анна Тищенко, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.